Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Самарский тренер по волейболу Наталья Хлопкова команду девочек собрала в прошлом сентябре. Пока у школьниц получается не все – ошибки в обороне и подаче. Но опытный тренер уверен, через несколько лет Самара уверенно заявит о себе в большом российском волейболе. А пока у олимпийских резервисток первый турнир в их жизни – мемориал Александра Колчина. Мы детей знакомим друг с другом, чтобы они общались, учились дружить. Это первое. Второе, чтобы они приобретали опыт, учились бороться, учились преодолевать препятствия. Если они победят, мы будем рады, мы будем счастливы. Турнир по волейболу памяти Александра Павловича Колчина, он возглавлял городскую федерацию, начали проводить с конца 90-х. Затем была 8-летняя пауза. И сейчас турнир вновь возродился. Все очень волнительные чувства, потому что прошло очень много времени с момента смерти отца, то есть уже 20 лет. И, конечно, другие ощущения. То есть, честно говоря, не ожидал, что этот турнир возродится. За Кубок Колчина сражаются 16 команд со всей России. 12- и 14-летние девчонки пытаются доказать себе, тренерам и болельщикам, что смогут выбиться в профессионалы, попасть в сборную команду России и выступать на международных соревнованиях. А это самое начало. Первые соревнования, в принципе, первенства России – это 12-13 лет. Для них это первые соревнования. Такие, будем считать, что они крупные. В итоге на пьедестал почета поднялись самые достойные. Третье место у Самары, серебряные медали завоевали москвички, а победителями турнира стали волейболистки из Волгограда. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!